Опасность, ну, может быть, бросок, да, бросок, и гол 1-0. Белорусы выходят вперед, Иван Саврицкий мощным выстрелом сдали. Давайте смотреть. Включается наше родное, любимое Косиуяс Конюшину. В общем-то, вот на... Выбрасывание за Питером. Бросок, гол. Ну вот, собственно говоря, счет 1-1. 5-4, ну а мы смотрим за повтором этого эпизода. Мощный бросок от Ничухрина. Казался результативным. А без обострения. Бросок с дальней дистанции. А вот он, пожалуйста, обострение. Владислав Дрожжин. И счет становится уже один. Сами себе привозят эти моменты белорусы своими удалениями. Надо что-то с этим делать и исправлять. Пас вперед. Так, снова от Питера. Кофтум. И бросок, гол. Ну что ж, не забросили мы, забрасывают нам, да, вот эти вот старые спортивные истины. Смотрим повтор. Егор Ничухрин отличился. Драку закрыт дальний борт. Василий. Дрожжин на правый фланг. Бросок, гол. И еще одна шайба, и это Олег Кулебякин. Заворот. Красивый кистевой.